Итак, я спустя полгода или уже больше возвращаюсь и пришел с обзором на новый нож, который навел немало шума и даже для многих стал любимым ножом. Это След Вайпер. Ну а с вами я, Фраер Дог. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Согласитесь, название ножа многообещающее, и я выбрал именно его, потому что считаю, что этот скин – икона этого ножа. Не зря же в трейлере показали именно его. Итак, как всегда, оценивать данный стилет я буду по данным критериям. А именно, первый критерий – это цена, второй критерий – это анимация, третий критерий – это сам скин и его красота, четвертый критерий – актуальность ножа, ну и в конце концов это сочетаемость ножа с разными перчатками и подходит ли этот нож для мувиков. На момент съемки этот нож стоит котел плова, ладно, шучу, около 1500 голды. Как по мне, это незаслуженно маленькая цена, ведь за такую цену можно купить кунай, который надоест за неделю, скорпион, ну тут я промолчу, что это за зубочистка, кукри, который более-менее, но херня из-за резкости анимаций. Ну, в общем, вы поняли, за цену я поставлю все-таки 10 из 10. Анимации у этого ножа достаточно специфические, необычные для удов станка, для меня в том числе. Поиграв с этим ножом, я вдохнул свежий глоток воздуха, буквально упал со стула от анимации доставания и заплакал от анимации удара. Тут для каждого свое мнение по анимациям, но для меня это твердая девятка, прям девятка. Больше про анимации рассказывать нечего, потому что они так называемая смесь других ножей. Итак, скин этого ножа, к сожалению, не с паттерном, но очень крутой. Золотые оттенки с еще более золотой змеей, которая расползается по ножу до самой рукояти, по-любому повалит с двух ног любителей золота. Да, конечно, золотых ножей много, хотелось бы зеленых цветов, но вам на радость, в новом обновлении 0.24.0 добавили зеленый стилет, что говорит о том, что в дальнейшем стоит ждать еще зеленых ножей. В общем, скин стилета мне понравился, оцениваю на 10 из 10. Актуален ли этот нож в 2023 году? Да, и причем с огромным оборотом. Но шумел он, по мне, не больше, чем тычки, но все же будет получше, чем скорпион или флип. Стоит ли его покупать? Я думаю, да, но опять же, по вашему вкусу, я, может быть, и не товарищ, поэтому думайте сами. Но я бы взял как второй нож 100%, ставлю 9 из 10. Теперь перейдем к сочетаемости ножа с перчатками. Для этого ножа сетов просто огромное количество. Итак, первый сет – это с перчатками Steam Rider. С перчатками Handcraft, что вы видите сейчас на экране, с перчатками Onyx, с перчатками Autumn,
перчатками Ear of the Tiger. Фух, вроде все. Сочетаний много, и снова говорю, тут решает только ваш вкус. Но мне больше всего нравится с перчатками Steam Rider. Что по мувикам? Все прекрасно. Нож яркий, цветастый, с перчатками сочетается прекрасно, и самое главное, имеет кайфовые, бархатные анимации. Просто ошалеть какие. Ставлю 10 из 10. Теперь перейдем к итогам. Нож брать стоит, как минимум, как первый нож сойдет, а еще лучше, если вы в Movie Maker или имеете какие-то перчатки, которые подойдут к этому ножу. Итоговая оценка этого ножа 9 из 10. Заслуженно? Я считаю, да. Почему 9? Да потому что в анимациях нету прям шика. Прям вау-эффект только от анимации доставания и только. В общем, как-то так получился видос. Спасибо вам за просмотр, лайков не надо, подписок не надо. А то кто я такой? Ну, нейм какой-то. Но все равно люблю всех. Всем прекрасного лета. Всем пока-пока. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Да, блядь, я не могу, блядь.